Привет, сегодня на обзоре мойка высокого давления Хьютер. Это незаменимый помощник для твоего сада или гаража. Я подробно расскажу о ее функциях и особенностях, а также выделю ключевые преимущества и недостатки. Готовься узнать, стоит ли она своих денег. Сегодня я хочу поговорить о компактной мойке высокого давления, которая, несмотря на свои габариты и вес, удивительно мощная и удобная в использовании. Особое внимание стоит уделить ее мобильности. Благодаря удобным колесам ты без труда сможешь переместить ее по любой территории. Дополнительное удобство обеспечивает 5-метровый шланг, который позволяет свободно маневрировать во время работы и не задумываться о расстоянии до объектов очистки. Это делает мойку идеальным инструментом для твоего сада или гаража. И не забудь заглянуть в описание под видео. Там ты найдешь ссылки на проверенные магазины и специальный скидочный промокод для выгодной покупки. Давай поговорим о мощной мойке, которая станет твоим незаменимым помощником для ухода за домом и двором. С максимальным давлением в системе до 165 бар и рабочим давлением в 110 бар она обеспечивает отличную производительность. Рабочий расход воды составляет 375 литров в час, что позволяет быстро справляться с загрязнениями на любых поверхностях. Мойка способна работать с водой температурой до 50 градусов Цельсия, что расширяет спектр возможных задач, включая эффективное удаление устойчивых загрязнений. С помощью мотора в 1900 Вт она идеально подходит для домашнего использования, будь то очистка велосипеда, машины или фасада дома. Особенно удобной функцией является возможность забора воды как из водопровода, так и из отдельной емкости, что делает мойку мобильной и независимой от наличия стационарных источников воды. Защита от случайного пуска в пистолете-распылителе и встроенный пеногенератор для работы с моющими средствами упрощают процесс использования, а фильтрация воды гарантирует долговечность и надежность аппарата. Я внимательно изучил отзывы владельцев и выделил основные преимущества и недостатки этой модели. Минусы. Нет смотки для шланга. Слабо пенит. Хлипкая пенная насадка. Короткий шланг. Плюсы. Бытовая мощность. Небольшие габариты. Пенообразователь. Высокая производительность. Легкий вес. Высокое рабочее давление. Эргономичный дизайн. Металлическая помпа. На этом наш обзор подходит к концу. Не забудь проверить описание под видео. Там ты найдешь ссылки на магазины и скидочный промокод. Твое мнение о продукте очень важно, так что пиши свои комментарии. Если тебе нравятся наши обзоры, подписывайся на канал и ставь лайк. До новых встреч!